Одним из наиболее знатных и могущественных родов Золотой Орды был род Мангыт, насчитывавший несколько десятков тысяч человек. Эдиге происходил из рода Мангыт и долгие годы был его предводителем. Род Мангыт относился к левому, восточному, крылу Золотой Орды. Главная часть его владений находилась между реками Уралом и Эмбой, а одна из ветвей рода Мангыт проживала также в степном Крыму. Когда Эдиге вместе с Тимур-Ленком выступил против Тохтамыша, он разослал по степям призыв, чтобы все рода левого крыла покинули Тохтамыша и перекочевали к нему, Эдиге. Большинство мангытов согласились перейти от хана к Эдиге, потому что под его начальством жить было гораздо спокойнее, чем в раздираемом войнами и усобицами столичном регионе Орды. Поскольку мангыты были очень многочисленны, под командованием Эдиге оказалось несметное войско, а его улус стал чуть ли не отдельной державой внутри Орды. Дожив до преклонных лет, Эдиге достиг огромного авторитета. Его считали лидером не только мангытов, но и всех степных народов. А после смерти Эдиге стал персонажем тюркского героического эпоса. Стихотворные сказания об Эдиге известны у многих тюркских народов, в том числе и в степном Крыму, где ногайские народные сказители наизусть читали длинные дистаны об Эдиге вплоть до 1920-х годов. Будучи фактическим правителем Орды, Эдиге не мог стать ее ханом, поскольку не принадлежал к числу потомков Чингисхана. Потому он нашел другое обоснование для своего права на власть. Утверждалось, что Эдиге – потомок суфийского шейха Баба-Туклеса, одного из первых проповедников ислама в ордынских степях, а генеалогию Баба-Туклеса возводили к халифу Абу-Бакру. Впоследствии, после окончательного распада Золотой Орды, на основе мангытского улуса Эдиге возникло и сформировалось отдельное независимое государство – Большая Ногайская Орда.